Всем здорово, ребят! Сегодня мы попробуем с вами собрать состав на смотрителя. Давно я уже на смотрителе не бегал, не собирал составы. Надо себя как-то заставить. Так, что у нас сегодня интересного на английском сервере? Имеет эффект урона плюс 100%, атрибуты плюс 25%. От фракции. Ну окей, давайте попробуем собрать. Кто там нам надо? Бугимен, Махатма, Ворожей, Одер. Я не помню. Или у меня есть призрачный, по-моему, был. Махатма, Бугич. Так, Ворожей. Давайте изначально сейчас соберем их. У нас какой зеленый смотритель. Так, он нам не будет давать бить вообще. То есть на него попробуем собрать максимум 40 тысяч иммунитеты. Значит, собираем, пробуем собрать героев с огненкой, чтобы максимальная была отражалка. И попробуем доспехи расставить. Я надеюсь, у меня там огненка есть. Ага, конечно. Конечно. Поехали. Поехали, посмотрим, на ком там огненка уже есть. Так, ворожай, по-моему, у нас огненка есть. Должен быть ракушка. Вот огненка. Сюда я хочу поставить, попробовать ракушку. Вот интересно будет посмотреть, правда, тогда, если ракушка срабатывает, герой не получает урона. Такс, 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 такс. Потом у нас по ракушке есть восьмерки. Стопроцентное отражение. А ну тут можно оставлять, в принципе, Holy Conviction. Сейчас я гляну, что у меня там по холикам есть, чтобы потом полдня не ролить. Так, 24 есть, значит. Пробуем доспехи поставить. Так как доспех раз в секунду наносит дополнительный урон. Попробуем такой вариант. Так, этот собран. В принципе, можно и не собирать. У меня 30-е прорывы. Можно собирать просто красную фракцию. Чтобы не заморачиваться. У кого есть огненка. Они все равно дохнуть, по идее, не будут. Атлант. Ну, Атлант у нас не включится. Так, давайте посмотрим, кто тут есть еще такое. Свален бессмысленно. У него будет... Так, тут мы слили огненку. У меня практически... Так, вот Рино есть с огненкой. Тоже ставим сюда. Для теста ракушку. Надо было накупить 9 огненки. Эмблемами и не париться. Так, давайте питомцев 2. У нас героя есть. Так, 2 героя есть. Анубис. Нет, Рибит. Тоже нет. Так, вот этот есть, отлично. Ставим тоже сюда ракушку. Так, на Рину и на него надо тоже поставить, попробовать доспехи. Потом я хочу потестировать в следующий раз с победным. Посмотреть, как победный выпад будет себя показывать. Арину можно, в принципе, оставить и на этом
я их не использую, можно с доспехами пострелять. Видите, плохо то, что у нас нет возможности ставить каждому героя, либо собирать героя как ты хочешь. У нас получается вся линейка, и у вас стоит выбор либо PvP локации, либо фарм локации. Вот это очень плохо. Так. Три героя у нас есть. Дальше смотрим. Что у нас тут еще есть? Утер нет. Было бы неплохо Махатму собрать. Давайте попробуем поролить. Я вчера, блин, кучу коробок переролил. Это, конечно, жесть. Наролить новый талант. Я надеюсь, с Огненкой сейчас так не будет. В принципе, можно исковать девятую эмблемку. Просто жесть, ребят. Просто как-то, ну... Там, блин, 1000 коробок слил. Вот кому ставить, я даже не знаю. Так, кого я хотел с таких потестировать с новым талантом? Надо подумать. Попробовать на Анубисе. Многие просили Анубиса. К сожалению, не всем героям заходит на ура. А, кстати, просили Махатму. Давайте Махатму потестируем потом. Так, главное не забыть. Такс, ну давайте еще чуть-чуть, если будет долго, то я тогда поменяю уже, склею вам видосик. Ну что, ребят, дособирал я героев, которые у меня были, и сейчас мы с вами попробуем взять топовый результат. Сейчас только я доставлю некоторые плюхи на героев, проставляю питомцев. Так, такой вот у нас ворожей. С доспехом будет. Так, такой вот бугимен. Он на нем тоже был. Была девятая огненка. Сейчас я еще сюда влеплю ракушку. Для теста. Вот у меня как раз есть восьмерка. И поменяем ему чарку на доспех, чтобы у нас был уже такой полноценный тест. Тоже есть отражалка, но мне вот интересно уже всех с доспехами дотестить такой вариант. Такс, поехали. Смотрим. Вроде всех дособирал. Первый. Второй. Так, сюда питомцам поставим, наверное, пиблопа. Третий. Четвертая будет у нас такая вот Махатма. Сюда мы поставим. Так, 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 так. Кого сюда поставить? Какой вариант поставим? Не знаю, что там будет по отражалкам. Но тут опять же, чем выше у вас будет левел и больше дефа, тем меньше будет отражение. Так, и вот такая вот вариация. Так, и мы питомцам поставим Рудольфа. Даже так сделаем. И кто там у нас еще? Раз, два, три. Здесь Punchbox.
Наверное, отсюда уберем. Поставим сюда Рудика. Вот такой вот вариант героев. Поехали. Такс. Раз, два, три, четыре. И ворожей. Вот так вот. Все, все собраны. Красный смотритель. Поехали. Будем стартовать с Некроса. Ну, первый без проблем убивается. Как видите, максимальные отражалки у нас идут. Полностью обездвиживает всех героев, поэтому... почему иногда бывает, что вроде и бьет, почему я взял сюда Махатму и Некроса, они могут ударить. Такс. Давайте даже бонусы возьмем. Пусть будут. Даже можно продать обратно. Это бессмысленно, я считаю. Бессмысленный бонус, но пусть будет. Так, поехали. У нас идет, получается, отражалка от огненки всегда, и отражалка еще идет от ракушки. Там 100% отражение. Видите, по героям миссы проходят иногда. Это тоже влияет. Если у вас будет много уклонений, и миссы будут. Ну, посмотрим. То есть этот смотритель, он один таких из легких. Он бьется доспехом. Доспех наносит урон раз в секунду. Плюс отражалки. То есть ничего такого сложного, сверхъестественного в нем нет. Единственная вариация будет, что лучше все-таки доспех или же победный. Вот это будет интересно. Хотя доспех наносит урон раз в секунду, вот в этом и весь плюс. А победный он будет отражать, но все равно тут лимит стоит. Если бы тут было выше лимита, было бы интереснее. А так ограничения стоят, поэтому... Скорее всего, даже победный бессмысленно ставить сюда. Вот видите, доспех наносит урон. Так, отлично. Мы уже, получается, убили два. Поехали, попробуем. Возьмем максимальную атаку. Попробуем убить третьего. Можно даже с Рина, в принципе, стартовать. Вот, видите, Махатма иногда простреливает, бывает. Тоже плюс. И все, и на этом все закончилось. Пару раз ударила, и все. Ну, тут герои, понятно, они не проседают из-за своих прорывов тут. Самое интересное, сможем ли мы убить. По полному мы не убьем, но должны, по идее, затащить. Этого я с самого начала не бегал, поэтому я не знаю, сколько там топов первый день набивают. Я уже давно забил на этих смотрителей. Ну, чисто для теста для вас пишу видос. Так, что там у нас? Ну, от третьего, да, однозначно мы убьем. Но, наверное, к сожалению, мы фулового его не убьем. А может, если повезет и хорошо пойдет. 10 секунд, почти половина. Наверное, вряд ли затащим. Немножко не хватит. Это миссы, то есть это вот где-то плюс-минус как раз идем ровненько пока. Сейчас посмотрим, сможем ли мы его фулового убить.
либо же потратим попытку. Ну, шансы есть. Тыковка была бы здесь работала, тыковка было бы даже очень неплохо, если бы тыква давала ускорение. Интересно было бы посмотреть на это. Пришлось бы тогда, наверное, утекание сюда брать. Так, наверное, скорее всего, не успеваем. Вот видите, немножко не хватает, чуть-чуть не хватает какой-то отражалки. Возможно, девятая ракушка, и то я очень сомневаюсь в этом, что она будет тащить. Ну, почти. 20 секунд. Да, видите, немножко не пошло. Ну, то есть, вот тут вот именно этот переход вот, чуть-чуть не хватает. Мы сейчас из-за этого потеряем попытку. Совсем малость причем. Обидно. Так было бы 3, видите. Придется купить один шанс. Ну, тут мы сейчас быстро его добьем. Надо будет попробовать что-то другое взять. Хотя доспех очень классно смотрится. И тут сейчас какой-то тут уже следующий день. 4. Ну, по 4 понабивали тех, кто играет. Я вчера пропустил. Я не помню, 2 дня, по-моему, уже идет. Надо будет как-то собраться. Полностью фуловый попробовать пройти. Так, сейчас мы увидим, думаю, на этом мы увидим уже фуловый результат, сколько такая тема набивает в общем. Конечно, нюанс есть, когда срабатывает ракушка, не срабатывает огненка, потому что ракушка блокирует весь урон. То есть тут, знаете, такой, есть ли смысл вообще ее ставить. Ну, по героям тут без разницы, мне кажется, какого героя брать, все равно здесь дальше весь интерес будет, когда будет больше отражалки, хотя от хила у нас в принципе будет хватать. Блин, сколько же надо фармить Castle Clash New Dawn. Это не наша битва замков. Здесь даже с донатом надо кучу всего фармить.
Так, ну что, посмотрим сейчас истину, сколько у нас получится. Три восемьдесят девять. Вот так вот такой вот результат. Ну, в принципе, довольно-таки неплохо, я считаю. Сейчас мы посмотрим. Топы уже за 4 зашли, понятно. Тут уже несколько дней. Мы, по-моему, 2 дня пропустили. Вот мы за один раз набрали 3,89, в топ-100 попали. Вот так вот. Да, даже не попали, чуть-чуть не хватило за один раз. Ну, наверное, народ просто не бегает здесь бессмысленно. И хотя люди вот бьют что-то. В общем, вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.